В преддверии Нового года представители городской администрации и комитета солдатских матерей поздравили участницу Великой Отечественной войны Октябрину Кононенко. В первую очередь слова благодарности, а дальше поздравления с наступающими праздниками и пожелания самого главного – крепкого здоровья. Мы гордимся, что у нас в городе еще есть то поколение, которое участвовало в победе, нашей великой победе. В следующем году 75-летие. С наступающим праздником. Спасибо большое. Праздничную и уютную атмосферу для Октябрины Кононенко также создали воспитанники из третьей школы, которые из года в год сотрудничают с Комитетом солдатских матерей Десногорска и совместно поздравляют ветеранов с праздниками. Мы вам очень благодарны, что вы с нами живете. Спасибо вам за жизнь под мирным небом. Жить с вами рядом есть большая честь, ведь вы для нас являетесь примером. Спасибо вам, что вы сегодня есть. После вручения подарков и душевных слов Октябрина Андреевна поблагодарила присутствующих и сама поздравила всех жителей Десногорска с предстоящими праздниками. Желаю всем самое основное – крепкого сибирского здоровья, счастья, успехов всегда во всем, всего самого наилучшего и прекрасного в вашей жизни. Праздничная атмосфера добра и теплоты постепенно проникает в дома Десногорска. И в такое время все жители становятся одной большой и дружной семьей. Ксения Вьюшкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.